Спасенному в Канске медвежонку ищут пристанище. Еще на прошлой неделе местные жители обнаружили косолапого детеныша в районе санатория «Березка», недалеко от трассы. Малютка сидела на дереве и боялась спуститься. Очевидцы вызвали полицию и МЧС. Спасателям удалось снять животное и отвезти на местную станцию юнатов. Работники просто не могли отказать в приюте, ведь медведица еще совсем маленькая и беззащитная. Но держать ее у себя долго они не смогут. Теперь вся надежда на инспекторов охотнадзора, которые обещали забрать зверя. А пока сотрудники станции ухаживают за детенышем и даже дали ему имя – Машка. Мы как с ней общаемся? Заносим туда, кушать даем ей. Она первые дни не ела, плохо ела. Мы все поливали молочком сгущенным. Теперь она ест без молочка сгущенного 4 раза в день. Ест прекрасно. Она подросла. Она маленько поправилась. Вот почему мы и боимся, что она растет. Ест и растет. Вниз она не спускается с клетки. Она находится наверху этой клетки. Вниз она никаким образом не спускается. Но уже подходит к дверям и на улицу смотрит.